У меня покупки очередные перед отпуском. Вот. Бегала, покупала, потому что, ну, все-таки мы едем в Калининград, Европа, как бы, чтобы как более-менее быть одетой. Но это только я себе купила, потому что я давно совершенно себе ничего не покупала. И вот на лето тут, блин, какие-то вот эти, видать, отпечатались, мы, да, вот так, наверное, сложили, а вот они от оранжевого отпечатались на желтом. Но я думаю, ничего страшного. В общем-то, сумка вроде как пляжная, но я думаю, еще и как бы с собой в дорогу ее взять. Это удобно. Можно многое положить. И она легкая такая. Вот. Очень такая классная. Мне сразу она понравилась, что я ее купила. Отдела никакого нет, кроме замочка вот на этой стороне. Вот она. Так, это сумка. Это понятно. Ну, мужу понятно, там трусы купила. Стараюсь постоянно чем-нибудь покупать. Трусы показывать не буду. Майки если только, но майки, да, тоже вот как во двор, чтобы ходил там, или по дому. А вот такие две. Они легкие-легкие. Кстати, делает Россия. У нас цена такой 200 рублей одна штука. Ну, мы сторговались на 180. И вот такая штучка. Вчера ходили к брату. О, кстати, вот это... О, это качество другое. Да, это совершенно разные, представляете? Вот, а вот это лучше. И вот такая вот. Это его. Это его. У меня дальше... Наконец-то я себе купила пижаму. Вот такая пижама, вот такие шортики. Надо здесь под этот поджечь, чтобы... Шортики мне как раз. Тут кармашки, но кармашки ни к чему вообще. Кофточка тоже такая. Вот. Это я тоже туда взяла. Новую, там, наверное, новую одену. Сейчас все это постираю. Буду собирать потихоньку чемодан. Хотя нам еще сегодня воскресенье, и мы только в субботу улетаем. 25-го. Одна такая нормальная. Потом пижама моего детства. Такие в детстве, да, нам покупали. Вот такую я себе взяла. Специально расклешон, да, вообще XXL размер. Ну, чтобы было удобно спать. Кошечка. Думаю, может, сестре и сестренке купить еще. И вот такие штанцы. Думаю, мне будет удобно с моей толстой жопой. Вот. И бриджи. Все. Две пижамы на лето, замечательно. Я очень люблю на вид очень красивые вот эти женственные вот эти комбинашки, ночнушки, да, как там еще называют. Вот эти красивые. Но понимаете, когда я сплю, у меня она задирается прям до самых сисек, если вообще. И, короче, я не понимаю, в общем, жопа не закрыта, а я мерзлячка. И мне так нравится, но купить я себе не могу. Смысл, я их покупаю, вот они у меня лежат, толку-то. И вот приходится со штанами покупать. Вот такую кофточку я себе взяла. Тут такая ткань классная, такая, знаете, мягкая-мягкая, нежная. У меня же перевернута. Вот. Кофточку на лето. Ничего не могу себе купить своими скабанелосами, жирами, блин. Вот такая сзади сетка. Лифчик видно, правда. И вот. На жаркую погоду в самый раз. Это сзади. А спереди пуговички просто. Такой классический вариант. Мне кажется, такая яркая, классная. Симпатичная. Вот. Там где-то вот этикетка была. Вот она. Свалау какой-то. Копочка. Это мне. Ну да, тут, в общем-то, все мне. Далее. Наконец-то я себе купила шорты вот такого типа. Я себе короткие одеть не могу, потому что, ну, я же поправилась. Вот здесь все подшито. Вот здесь такой красный, как их назвать, принт, да? Блестит здесь тоже так же. Вот. Значок мисс прикрепен. Не знаю, может, здесь рядом. Вот. 27-й, да, у меня размер. Раньше носил 25-26. А сейчас вот так вот. На один размер поправилась, в общем.
Короткие я, конечно, люблю, но не могу, потому что ляхи вот это все будет видно, и поэтому так. Такие решила взять. Пускай будет, потому что у меня не было совсем. Так, это все. Купила наконец-то штаны, которые очень хотела давно. Я их видела в группах, заказы ВКонтакте. И все-таки у нас в город тоже завезли, молодцы. Это подворачивается вот здесь. Вот. Вот так все это подворачивается. Можно вот так носить. Мне кажется, я буду, скорее всего, вот так носить, потому что на ней немножко будет торчать. Но сейчас, если лето жарко, то хорошо. Здесь кармашки. Здесь вот кармашки. Здесь резинка. Мне немножко большеватые, но я специально взяла так, чтобы оно не облегало. Да, и я хотела себе с губами. Ну, если что, я хотела, чтобы они были светлые. Есть такие с губами светлые, но там не было в магазине таких. Ну, и думаю, ничего страшного, темно, может, еще будет лучше. В общем, я очень хотела эти штаны. Я их наконец-то вот нашла. Классная штука. Очень удобно, да, здесь будет ходить. Что-то тут такое. Колется. А, это карман. Да, вот такие штаны. И джинсы летние я купила. Вы меня из них увидите там на фотографиях. Вот. В любом случае. Наконец-то я купила себе джинсы. Сзади вот так вот. Вот жопа. Вот это я считаю лишнее. Зачем они припендюрили, непонятно. Джинсы все грязные. Сейчас стирать буду. Это зад, да, они тоже не до пятки, чуть-чуть коротковатые, ну, то есть как сейчас модно. Вот, это летние. Тоже их видела на заказ на сайтах, но мне повезло, я купила в нашем городе. Вот она, рваность. У меня уже есть мысля, что пойти в ателье и такую закладку здесь приклеить, закрыть этим, да. У меня уже такая мысля есть. Потому что если они разорвутся, то этот коленки будут вылазить. По-моему, на вот этой у меня, да, коленка здесь уже. Вот такие вот джинсики. Ремень на пуговицах. Да, по-моему, все. Господи, я шугнулась из-за хорька. Сейчас пойду стирать, сейчас эти буду снимать этикетки всякие. Во, Джоэла Мойла, не поймешь. Буду стирать все, обновки, собирать вещи надо потихоньку. Вот так вот. Прикольное, там много джинс было. А, вот же у меня, вот смотрите, с лезвием. Садомаза, блин, какой-то, ну, суицидальная какая-то херня, зачем лезвие, не знаю. Хотя я такие штуки все люблю, черепа, меня всегда за это ругали, что, зачем, какие черепа. Вот, очень классно, прикольно, так стильно вообще, модно сейчас. Так от себя пишу, а я тут причем. Да, снимаю свои покупки. Герпесная помада. Это с собой в Калининград. В дорогу. Зубные щетки. Colgate. А ты что уставился? А? Я думал, что подписчик. Трусики. Это, короче, магазин Магнит. С такими вешалочками продаются. Так, это Турция, и вот это Турция. Блин. Турция. Лара Текстиль. Стамбул делает трусы. Далее пижама, которую я приглядела 100 лет назад, да? Но не могли найти низ от пижамы. Бриджи, в общем, это. Еще неизвестно вообще от этой пижамы, эти штаны. И вот такая кофта. Но это маломерки. Поэтому такой размер у меня большой. На самом деле, мне же не 48. Но эту кофту такая классная.
что я хочу. Вот. Короче, мне так понравилось, что я посмотрю, может быть, я носить вообще буду на улице. Рисунок мне понравился, красивый. Это. Это все, что я сегодня себе купила, да? Так. Говорящий, повторяющий попугай. Точно, это хомяк. Счастливчик. Короче, в детстве у нас такие были восковые карандаши. У тебя были, да? Угу. Тоже. Я грустно стою. Зачем? Не знаю. Вот тоже взяла ей. Вот такая вышивка. Гладью. Гравюра, не знаю, вообще там вроде бы так делать надо. Разберемся. 6+. А что ты повторяешь? Вот собачка красивая. Жалко, что собачки не было. Или вот цветные классные. А это что? Вот йоркширский терьер классный рисунок. Вот этот. А у нас лошадь. Далее. Baby Lips, естественно, куда без этой помады. Это, да, спелая клубника, сладкий спрей. Хотел сказать, в нос. Этот в рот, в горло. Ну, просто, короче, баловство. И раскраска. Я говорю, что-то покупала, столько денег потратили. Это как-то маловато. Девочка 0+. Не знаю, вообще она будет рисовать, нет? Наверное, уже поздно такое. Посмотрим. В принципе, может, порисует. В принципе, если я сейчас до сих пор раскрашу. Да? Да, это сестре. Попробовать коту. Биф, колбаса с печенью и с говяжьей. 85% содержания мяса. Так. Состав мяса, мясные субпродукты, кукуруза. А кукурузу он любит. Так. Колбаса, целая колбаса. Может, мы саму ее съесть? Сейчас откроем ее. В общем, она дубовая. Вообще, как камень. Кс-кс, на. На. Ну чё? Может, её погреть? А эту снимать надо или не надо? Почерыжку. Ну, как мы с колбас снимаем пленку. Давай. В общем, положила ему, пускай долбается сам. Где она? Ешь. Ну еще придется есть. Не нарезать ему. Потому что мы будем убираться. Здесь пипец просто. И это. Как называется освежитель воздуха? Это Корея? Япония. Япония, я от него задыхаюсь. Прямо сейчас задыхаюсь уже. Отходи. Фу. Так. Соком клубники. А что это? Кампина. Ни хера себе кампина. Продукт йогурт пастеризованный. Так, это ты себе взял. Это мои чудо. Тебе тоже интересно? Творожок воздушный. А если честно, это тоже мой.
Сейчас один, это твой йогурт, да? Угу. Так, два огурца на ужин. Лак от Classic Mini, не знаю, вообще лак для ногтей, 6 мл, просто прозрачный. Так, это твой, два одинаковых. Там колбаса на завтрак, на ужин, на сегодня. Это у нас что, дымов, салями финская, да-да-да. Соль отвозить будем, адыгейская. И чай отвозим мы маме. Это краснодарский с чабрецом и душицей. Чё смеёшься? Так, животных корм остается. Там он еще. Да, и лак такой, суперматовое покрытие, умная эмаль с витамином А и Е. Вот, села попробовать. Френч. Так. Это драмина, мамина какая-то, в общем, это диминдидринат. Предотвращает укачивание тканей спортивных в самолет. Не знаю, как поможет. Он доместос бачок унитазный. Тоже в подарок везем в Калининград. Зеленый чай с молочной. Мне понравился, поэтому это все мы везем. Молочный олонг. Мастер блеск окна мыть сейчас надо, потому что пипец пришел. Потом ситрамон. А, это уже в отпуск. В отпуск. А, молчать! Что он опять меня лезет? Вы знаете, я режиссер, а он ко мне лезет. Что? Я твой менеджер. Продюсер? Продюсер. Ага, так и скажешь, что ты менеджер. Значит, продюсер кто-то другой. Я даже знаю, кто он. А, это я себе взяла. Это мы в отпуск взяли. Как думаешь, нам по одной хватит же? Да, по одной штуке. Я так устала, это наполнитель Брюсу. Так, браслеты первый раз купили, не знаем, что вообще, две штуки здесь. Travel Dream. Помогает предотвратить укачивание и тошноту, не содержит лекарственных средств, не вызывает сонливости, оказывает побочных эффектов. Не оказывает, я говорю, оказывает. Вот. Опробуем херовину, были еще для беременных, но я взяла для небеременных мужчин. Ну, то есть для меня. Сейчас будем убираться.